1 250 000 000 рублей на капремонт с начала года собрали жители Югры. Самый высокий уровень собираемости показал Сургутский район – более 105%. Дело в том, что жители начали активно гасить задолженность по взносам за прошлые годы, поэтому собираемость и превысила 100%. Такая же ситуация сложилась в Покачах. Здесь собрали почти 104% взносов. Также лидерами по собираемости в Югре в этом году являются Сургут, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Лангепас, Пытья, Хурай, Югорск и Нижневартовский район. В этих муниципалитетах 90% платежей поступают вовремя. В числе аутсайдеров Березовский район, здесь лишь 47% взносов не задерживают.